Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на джазовый концерт. Меня зовут Виктор Дзиевский, и у меня сегодня день рождения. Звучит так. Здравствуйте, я алкоголик. Глупо на нет, алкоголик. У нас сегодня здесь также иностранные гости из Италии, Соединенных Штатов, поэтому, dear ladies and gentlemen, welcome to Alexey Kozlov Club. I'm glad to see you here. And today will be the concert, which will consist for two parts. First one is the concert of trio of Vladimir Nesterenko, is the best organ player in Russia, organ and flute player, Vladimir Nesterenko. На барабанах у нас играет Алексей Бейкер, который на самом деле маскируется, потому что он не барабанщик, а пианист. Все-таки барабанщик? На самом деле вы не слышали, как он играет на фортепиано. Мы можем сегодня его, после того, как закончится первое отделение, мы можем попросить Алексея сесть за... уйти из барабанов, из-за барабанов и сесть за клавиши. Я думаю, что вам понравится. На гитаре гитарист, потрясающий, виртуозный гитарист Николай Куликов. А что касается джемсейшена, то я не имею ни малейшего представления, кто у нас будет сегодня в гостях. В этом самое интересное, когда ты делаешь концерт перед днем рождения, сразу понятно, кто друзья, а кто нет. А вот у нас есть барабанщик Дмитрий Власенко. Он даже не стал дожидаться джема и сразу приехал к нам. У нас есть чудесная гостья, пианистка, композитор из Лос-Анджелеса, Сабин. Чудесный, потрясающий, абсолютно вокалист из Италии, насколько я знаю, из Милана, Валерио. Приехал наш добрый друг из Бразилии, Джоан дос Сантос, у которого только что закончились гастроли по России. В общем, я думаю, что у нас русскоязычных, англоязычных будет приблизительно поровну. Давайте смотреть по ситуации. Наслаждайтесь вечером, получайте удовольствие, дарите мне подарки, улыбки, улыбки в качестве подарков. Спасибо. Вот-вот, так лучше. Добрый вечер, друзья. Мы рады видеть всех, кто в темноте. Вас пока не очень много, но вы все очень значимы и важны для нас. Я бы хотел, прежде чем мы начнем играть, поздравить Виктора Радзевского с его днем рождения. И сказать, Витя, в той деятельности, которой ты занимаешься, очень важно уметь смотреть и видеть людей, обстоятельства и отличать кажущееся от действительного. И у меня в пакете тренажер для тебя. Это специально обученная книга, в которой собрано очень много оптических иллюзий, чтобы ты тренировал свое зрение и отличал настоящих людей от иллюзорных. Там, ну, в общем, интересная штучка. Вот смотри, женщины есть. Но они такие, с ними не все просто, в отличие от живых. Витя, будь здоров, вот это тебе тренировка для глаз и для воображения. Мы начнем. Дело в том, что у нас есть некая программа в этом трио, которую мы играем иногда хорошо. И сейчас мы в первом отделении поиграем что-то из своей музыки, что-то мы поиграем не из своей, но наверняка так же хорошо. И мы надеемся на вашу реакцию. Мы очень хотим с вами разделить удовольствие от этого процесса. И больше говорить я не буду ничего. Спасибо, Москва! Мы начнем с авторских нескольких пьес. И вначале мы сыграем пьесу, которую написал я. Я так подумал и решил, что она будет каждый раз
иметь разные названия, чтобы внести путаницу в наш мир, потому что все слишком прямолинейно, понятно и предсказуемо, конечно же. Сегодня она называется «7 километров ртутного столба». Thank you.
В день развития. День рождения Виктора Розиевского мы не можем не вспомнить о Джоне Скофилде. Непонятно почему, с одной стороны, а с другой стороны, мы сыграем сейчас еще одну мою пьесу, которая называется Moscow Time. После чего мы вспомним еще одного замечательного музыканта и сыграем аранжировку коллектива Беккера, которая посвящена уже ему. Мы так вот по трибьютам больше получается. Thank you.
Я надеюсь, что вам было слышно лучше, чем нам. Да, и сейчас мы хотели бы сыграть для вас пьесу, которую аранжировал Алексей Беккер, которую специально для нашего коллектива написал Пол Маккартни в 1968 году, потому что он предвидел наше рождение, как и многое другое, произошедшее и изменившее не к лучшему современную музыку. Пол Маккартни написал песню «Blackbird», и Алексей Беккер на основе этой замечательной песни сделал аранжировку, которую с присущим ему чувством юмора очень оригинально назвал «Blackbird».
В заключение нашего небольшого сета авторской музыки мы бы хотели сыграть пьесу, которую написал наш гитарист Николай Поляков. Эта пьеса называется «Полярис». Thank you.
Спасибо вам за внимание. Мы правда благодарны вам за то, что вы слушаете нашу музыку. Собственно, вряд ли у вас был выход. На самом деле, мы закончили наше авторское отделение, и в честь этого мы сыграем еще одну пьесу. Это пьеса, которую написал Лоло Шифрин для Джимми Смита, и как раз Джимми Смит был таким первопроходцем этого формата органного трио, когда на сцене органист, гитарист и барабанщик без примечного и, может быть, милого взгляду контрабаса, который так удобно крутить вокруг своей оси. Я пробовал крутить орган вокруг своей оси, это очень тяжело, мне ничего не получилось. Он просто не крутится. Пришлось крутить. Я попробовал сам крутиться вокруг него, но эффект не тот. И поэтому... Он вокруг горизонтальной оси крутится. Вот! Вот! Теперь в моей душе воцарится покой и спокойствие. Куски головоломки становятся на свои места. И мы сейчас сыграем пьесу, которую как прозорливо спел Дмитрий Власенко в нашей недавней беседе. Эта пьеса называется «The Cat», что переводится на русский язык как «The Cat». И это одна из таких знаковых вещей для трио Джимми Смита была. А теперь вынуждены становятся и для нашего трио таковы. Итак, «The Cat». Thank you.
Алексей Бейкер, ladies and gentlemen. Николай Куликов. Владимир Нестеренко. Хаммон Тарган. Слушай, давай две композиции и перерывчик. А сейчас мы решим. Я просто, можно, конечно, разделить, сделать перерыв, но я предлагаю начать все-таки джемсейшн, отыграть первые, может быть, две композиции, потом мы остановимся, ничего мы чуть придумаем. Мы Славу Великого посадим за барабаны. Я хочу пригласить на сцену моего доброго друга, гитариста из Сан-Паулу, из Бразилии, с которым у нас был тур на месяц буквально недавно. Это Джоан дос Сантос. Я, кажется, наблюдал Дмитрия Власенко в зале, если он еще выдержал, никуда не убежал. Он сменит Алексея Бейкера. Алексей не стал дожидаться еще двух композиций, он ушел. Слава сядет. Хорошо, тогда Слава Великий. Слава Великий садится за барабаны. Человек с очень славной фамилией, великой фамилией. А Артем Лаян, наш гость. Здравия. А Дима сядет? Ребята, вы определите, что из вас. Дмитрий Власенко. Дмитрий Власенко, барабаны. Артем Лаян. Ребята, я не понимаю, почему вы не аплодируете. Это такие музыканты, попасть на концерт которого на самом деле нужно заплатить много денег. Дмитрий Власенко. Артем Лаян. Господин звукорежиссер, можно нам обнаружить стул для рояля? Для клавиш. Спасибо большое. Басиста пока нет, но он двигается. Я думаю, что он будет в скором времени. Не ссорьтесь, все успеют поиграть на барабанах, все будет хорошо. Сейчас музыканты определятся с тем, что они хотят сыграть. И я думаю, что через пару минут что-то зазвучит, что-то случится. Данцу самбо. Коли у нас гость из Бразилии, из Сан-Пауло, надо его уважить и сыграть его национальную народную музыку. А это, конечно, самбо и босса-нова. Владимир Нестеренко, Джоан дос Сантос, Дмитрий Власенко, Артем Лаян. На альт-саксофоне к нам присоединяется Михаил Ливанов.
Thank you.
Артем Лалаян, Михаил Ливанов, Джон Дос Сантос, Владимир Нестеренко. А сейчас я прошу музыкантов остаться. Посчитывать. Джон Дос, one more, no? One more song? One more? Okay. Вячеслав Великий. Мы в вас нуждаемся. Ну, давай. Извиняюсь, что я так вторгаюсь, но потом я боюсь, что просто у меня больше возможностей такой не будет. Я хочу вот специально девить одну песенку сыграть. Вот прям специально, такое некое посвящение. Причем оно, название этой композиции достаточно двухсмысленное, особенно в сегодняшнее непростое для мужчин время. The Man I Love. Когда поет женщина, это нормально, когда играет мужчина. Ну, в свете, конечно, у нас было разное там. Нет, тут, понимаешь, это вот моя практически, вот, мое признание тебе в любви. The Man I Love. Специально для Виктора Радзеевского.
This is love. А, понятно теперь, куда Артем Малаян убежал. Он убежал за Григорием Мальяном, нашим первым контрабасистом на сегодняшнем вечере. Надеюсь, не последним. Мы сделаем все-таки маленький 10-минутный перерыв. Включим контрабас. Нет, похоже, это будет электронный контрабас. Да. И возобновим Jam Session. Далеко не уходите. Спасибо. Thank you.
Эй, сон. А, ун, дойс. Эй. Эй, сон. А, сон. Can you put a little voice in the monitor? Os bateristas. Where's the drum? Thank you.
tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Браво! Еще как нас стало много внезапно. А для меня большая честь, счастье, что вы сегодня здесь и что я праздную день рождения не один. Спасибо, что пришли. Дмитрий Власенко, Артем Лаян, Григорий Мальян, Джоан дос Сантос. Пришло время пригласить также некоторых других музыкантов. Вячеслав Великий на барабанах. А на рояль, клавиши, наши гости из Лос-Анджелеса, Сабин. Артем Лаян. Джоан дос Сантос остается to stay to play guitar. Си. Валерио Гаджи, наш гость из Милана, потрясающий итальянский вокалист. Валерио Гаджи! Композиция, которая сейчас прозвучит, одна из самых неизвестных в джазовой музыке, называется «Дорога 66» или «Route 66». Я думаю, что вам понравится. Валерио Гаджи, Джоан дос Сантос, Вячеслав Великий, Григорий Мальян, Сабин. Thank you. Happy birthday. Tanti auguri! One, two, three, four.
take the hour, that's my best. Come on and get your kicks on room 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles, that's the way. And I'm the only set that looks at my brain. You say
very much. Я думаю, что пришло время пригласить кого-то из музыкантов, из тех, кто у нас поет. А кто у нас поет? А Ксения Рубан. Нужно отдать. Thank you.
спасибо, Ксения. Вячеслав Великий. Ксения Рубан. Я приглашаю вернуться на сцену Максима Шибина. Ой, фу, Максима Шибина. Господи, что я говорю? Что я говорю? Простите. Николая Куликова, конечно. Просто в трио Владимира Нестеренко также работал чудесный гитарист Максим Шибин. Вот, он уже давно не играет в трио Владимира Нестеренко, но я в привычке. Николай Куликов. А за барабаны, если согласится, может быть, вернется Алексей Бекер, если он здесь. Алексей Бекер. И будет инструментальная композиция Сабин, я думаю, она больше не расскажет. Victor, happy birthday. I'm very pleased to be here. I'm from Los Angeles, away from Southern California. Well, it's very hard to do jam sessions. Очень сложно играть на jam sessions. Но мы постараемся сыграть то, что все знают. Все превосходные музыканты здесь. I'm having a great time. Well, let's make a surprise. Мы решили, что мы хотим сыграть. Мы сыграем композицию замечательного пианиста, который, к сожалению, passed away a couple years ago. It's entitled Bolivia, Сидора Уолтона. Спасибо.
Fabien, thank you very much. It was great. Alexei Baker, Григорий Мальян, Николай Куликов, Владимир Нестеренко. К нам присоединился на конгах и бонгах вибрафонист. Пусть вас не пугает, что вибрафонист играет на конгах и бонгах. Это тоже ударное. Иннокентий Иванов. И я хочу пригласить на эту сцену моего доброго друга. Человека, который на данный момент для меня воплощает весь лоск, всю красоту старого джаза. Я имею в виду джаза в исполнении великих, таких как Фрэнк Синатра, Тони Беннетт и многие-многие другие. Михаил Меркулов. Тихо-тихо, нет, ребят, громче-громче, это потрясающий вокалист. Михаил Меркулов. Дорогой Витя и дорогие друзья, во-первых, всех вас поздравляю с днем рождения Виктора Зиевского. А песенку, которую мы сейчас поем, она такая довольно достаточно известная композиция, и ее попросил Витя, чтобы мы спели. Ну, в общем, совершенно справедливо, потому что в этой песне поется, что человеку ничего, кроме самого лучшего, не надо. Это про Витю как раз. Витя, с днем рождения! Thank you.
You are too beautiful, my dear, to be true, and I am a fool for beauty. Filled by a feeling that because I have found you, I could have bound you to. You are too beautiful for one man alone, for one lucky fool to be with. If there are other men in eyes of your own to see, love does not stand sharing. Not if one cares. Have you been comparing my every kiss with? Faithful to you, it's not through a sense of duty. You are too beautiful, and I am a fool for beauty. Thank you.
Николай Гурьков, Алексей Бейкер. Михаил Меркулов. Мужчина, обаянию которого не мог противостоять даже мужчина. Алексей Бейкер, Николай Куликов, Владимир Нестеренко. Пришло время дать место и молодому поколению, скажем так, более молодому поколению. И имениннику тоже надо сыграть хотя бы одну композицию на дне рождения, иначе будет вроде странно, всех музыкантов позвало, сам говорю. Но я, как вы знаете, не совсем музыкант, я, скажем так, практикующий время от времени на барабанной установке. А я хочу пригласить на сцену молодое поколение. Или почти молодой. Антон Аверкин. Клавиши. На контрабас хотелось бы пригласить, если он здесь есть, Иван Карков. Иван Карков. А на вокале будет петь Анна Лабутина. Одна из финалисток недавно прошедшего конкурса «Молодые поют джаз». А я сыграю на барабанах и попробую сделать это максимально эстетически прекрасно. Иннокентий Иванов на конгах-бонгах. Михаил Ливанов что-нибудь танцевать. Вы не рады, что я здесь буду играть? Нет, я, в принципе, могу уйти. Видим праздник, не мой праздник. Спасибо.
Thank you.
У нас есть абсолютно исключительный подарок, который хотят сделать два чудесных, невероятных человека. И думаю, что это подарок, который по-настоящему могли захотеть сделать и смогут сделать лишь два настоящих армянских мужчины. Григорий Марьян, Артем Алаян. Thank you.
Необыкновенный современный джазовый Равель, как мне кажется. Артем Улавин. Григорий Марьян. А сейчас мне хотелось бы пригласить на сцену Анну Лукшину. Сейчас, одну секундочку. Может быть, я позову, и она найдется? Наталья Скворцова. А барабанщиков нет у нас в зале? А чем тебя Витя не устраивает? Ребят, небольшая рокировка. Музыканты поторопились. Я хотел пригласить Наталью Бутман, Олега Бутмана. Вместе. И Иннокентий Иванов остается у нас на конгах-бонгах. Это видно, будет что-то латинское. Иван Катков на контрабасе. Здравствуйте. А можно мне этот микрофон дать в боковой монитор, где клавиши? Раз, 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 два, три, раз, раз. Вот сюда. Может, не, а он через клавиши пойдет. Можно мне вот в этот, в левое ухо? Раз, раз, так, еще, раз. Вот, все. It's a new dawn.
Yeah.
Иван Катков, Наталья Гудман, Олег Гудман, Иннокентий Иванов. А, позвольте пригласить на эту сцену пианистку, которая целая история в моей жизни, в моей профессиональной жизни, с которой я работаю 4 года как директор. Очень ценю, очень люблю. Наталья Скворцова. А теперь для вас будет изумительная певица, которая на данный момент вышла в полуфинал конкурса Монтрео в Швейцарии, скоро въедет Монтрео и будет там выступать. Я думаю, привезет приз, привезет награду. Награду для тех, кто не знает, Монтрео — это самый престижный, один из самых старых джазовых фестивалей в мире. Анна Локшина. Будет что-то. Надеюсь, в этот раз нас никто не выгонит со сцены.
большое спасибо. А, ребята, оставайтесь на сцене. Я прошу вас сыграть заключительную композицию. А то время уже позднее. И хочу пригласить потрясающую флейтистку Екатерину Иванову. И у нас две флейты. И композиция, которую исполнит музыканты, называется «Spain». Опа. Я им об этом только что сообщил, о том, как называется эта композиция. Ань, ты споешь? Why not? Две флейты. Я думаю, что все вместе. А можно попросить Алексея Бейкера сыграть с нами? Бекер, Владимир Нестеренко, Иван Катков, это моя любовь. Олег Бутман. Сегодня с нами. Алексей Бекер. Заводится, вот она. Раз, два, три. Thank you.
Спасибо большое. Инициатор идеи сыграть эту чудесную композицию Чик Кори из Пейн, Екатерина Фомина. Наталья Бутман, Олег Бутман. Спасибо. Иван Катков, Владимир Нестеренко, Наталья Скворцова. Кто у нас еще был? У нас были все, по-моему, все самые лучшие потрясающие джазовые музыканты города. Артем Лалаян, Григорий Мальян, Михаил Ливанов, Анна Лабутина, друзья Джордан Сантос, Валерию Гарджи. Спасибо, что были с нами. Спасибо за поздравления. До свидания.